Сергей Маковецкий – невероятно талантливый и востребованный актер отечественного кинематографа. Родился будущий актер в Киеве, воспитывала Сергея мама, отца не было. Но это не помешало ему расти всесторонне развитой личностью. Он ходил в кружок хорового пения, играл на ударных инструментах. Актер даже хотел серьезно заняться спортом и связать с ним свою жизнь, но маме эта идея не нравилась. А пойти в театральное училище ему подсказала его учительница по английскому языку. И тогда Сергей поступил в театральный институт Киева. Но учебу так и не окончил. Позже он хотел стать студентом ГИТИСа, но там ему отказали. В итоге Маковецкий окончил Щукинское училище. Личная жизнь звезды соткана из удивительных событий. Актер познакомился с будущей супругой Еленой в Одессе. Сергей снимался в картине «Я – сын трудового народа». Лена – дочь адмирала флота и актриса по образованию. Пара встретилась случайно, когда на Одесской киностудии Елена разговорилась с коллегами, и один из них едко заметил, что разведенную женщину с ребенком замуж никто не возьмет. Актриса возразила: «Захочу жениться первой встречной». Первым встречным оказался Сергей Маковецкий. На шутливое предложение незнакомки жениться он серьезно ответил: «Женюсь». На вопрос «когда?» ответил: «На майские». И слово сдержал. В мае актер повел женщину, которая была старше его на 18 лет, в ЗАГС. Вместе супруги живут больше 30 лет. У них нет общих детей, но Сергей стал любящим отчимом для сына Елены Дениса. А вам нравится этот актер? Пишите свои мысли в комментариях.